Всех приветствуем на прохождении игры под названием «Королевство возрождаются». Это у нас стратегия, городостроение и плюс, по идее, мы с вами сможем захватывать чужие территории, насколько я понял. Так что давайте начинать, давайте смотреть и, возможно, запишем пару серий. Так, выберите стартовую позицию. Великие холода оставили цивилизацию в руинах. Хорошо. Приветствуем, новое начало. Руководство можно открыть, нажать левую кнопку. Ага, хорошо. Давайте выбирать, где мы с вами будем строиться. Смотри, вот у нас есть один, второй, да, и где-то вот третий. Я так понимаю, мы с ними либо будем враждовать, либо дружить. Я предлагаю, наверное, вот на этом острове нам с вами начать. Как думаете, что это у нас здесь есть? Уголь, камень, железная руда... Здесь какаушка у нас доступна, да? Не знаю, наверное, там в пустыне ночно не хочу. И рядышком с ними тоже быть как-то... Как бы мне не хочется. Ага, у нас тут золото есть. Не, давайте, наверное, все-таки мы начнем с вами на отдельном острове. Где он? Вот тут. Где-то, наверное... Давай, наверное... Да, давай, наверное, вот здесь. Так, подтвердить. Да, подтверждаем. Отлично. У нас с вами теперь есть ратуша. На буковку R мы можем с вами крутить здание. Давай, наверное, ратушу мы поставим вот сюда. Поздравляем. Выберите стартовую карту. Семена пшеницы. Открывает выращивание пшеницы. Можно есть или варить пиво. Давай, наверное, пшеницу выберем. Так, выберите бонус биома. Сбор в джунглях, 30% продуктивности. Погоди, давай нажмем, наверное, на паузу пока месь. Так, для собирателей плодов в биоме джунглей к продуктивности для грибной фермы. Не, давай, наверное, для собирателей, да? Хотите кратко пройти обучение? Да, давайте попробуем. Хорошо, закрыть семена пшеницы. Открыта пшеница. Переключите режим фермы на выращивание пшеницы. Открыть ферма. Хорошо, нажимаем. Вот у нас ферма. Давай, наверное, ферма у нас будет с вами... Не слишком ли она маленькая, либо большая? Блин, а я хочу удалить это. Я могу это снести? Снести. Да, отлично. Ферма. Ага, вот. 100%, да? Блин, может, ферму мы с вами здесь построим, как думаете? Либо не. Или здесь будем. 69. Ладно, давайте начнем ферму здесь с вами, сделаем, посмотрим, как оно будет, а дальше мы с вами же разберемся. Так, собирать. Давай собираем камушек, собираем дерево для постройки. Отлично, прекрасно работает. Теперь ваши жители будут рубить эти деревья. Хорошо. Расширите свою территорию. Угу, хорошо, мы это с вами сделаем. Так, что это, установите этот флажок, чтобы вручную настроить количество разнорабочих. Ну, я думаю, на пока мест не надо. Так, а куда мы дальше с вами отправимся? В какую сторону? Постройка. Вот, за 800 мы сможем с вами купить, но... 400... 2000. Давай, наверное, подождем 2000 и пойдем в эту сторону, либо сюда лучше. За 800 откроем, как думаете? У нас тут выход к воде есть, а точнее к морю. Так, отлично. Хорошо, у нас с вами теперь есть выход к морю. Что у нас здесь происходит? У нас строится ферма. Да, постройте 5 домов. Дома, дома, дома. Мост. Мост нам не нужен. Хранилище. Хранят ресурсы. Может, сделаем вот так? Я не помню, покуда у нас ферма заканчивается. Ага, вот тут у нас ферма заканчивается. Давай, наверное, хранилище сделаем сюда. Шикарно. Можем ли мы построить с вами дорогу? Грунтовая дорога, да, есть.
Давай, наверное, ведем дорогу вот до сюда. Есть, отлично. Обводим вот сюда. Обводим вот сюда. Шикарно. И давай посмотрим. Нам нужно будет с вами дома. Как мы будем дома с вами строить? Может, вот таким вот образом. А я же смогу потом, смотри. Берем, делаем так. Берем еще один домик. И ставим его сюда. Правильно? И поведем, получается, вот так вот у нас будет домики. Да, сможем. Хорошо. Давай, два. Третий домик. Четвертый. Хорошо. Мне нужна теперь грунтовая дорога. Проводим вот в эту сторону. Выводим вот сюда. Тихо. Выводим вот сюда. И проводим вот так. Вот, отлично. Теперь мы с вами здесь можем еще дома построить. Сможем же? Сможем. Шикарным. Так, нам нужно 5 штучек. Ну, может, сделаем побольше, как думаете? Лишними, я думаю, дома у нас здесь с вами не буду, да? Хорошо, отлично. Дай посмотрю. Грунтовая дорога. Когда мы здесь с вами откроем регион, я думаю, я дорогу потом вот эту вот удалю и еще поставлю дома. А хотя что тянуть, правильно? Так, не то. Снести. Давай, наверное, дорогу вот эту вот мы с вами снесем. Правильно ж? Да. Можно будет сделать, значит... Я думаю, смотри, либо мы сейчас проведем вот так вот дорогу еще, и у нас дома будет смотреть в эту сторону на нас, либо в ту сторону будет смотреть, и проведем вот так тут дорогу. Как думаете? Ладно, потом мы разберемся. Давай, наверное, ускоримся побыстрее. Так, это что у нас? Показать выпавшие карты. Можно купить. Ага, лесник. Сажать рубу деревья. Сжигает. Домик рыбака. Офис. Давай, наверное, мы спешить не будем брать эти карты, либо покупать их. Будем идти по заданию. Немножко обучение с вами пройдем, а дальше уже будем с вами разбираться. Так, что тут? Потихонечку сносится, да, все сюда? У нас еще вроде должен быть домик охотников, домик собирателей. Так, открытое исследование. Зарабатывайте очки науки, увеличивайте население, улучшайте дома, показывайте древо технологии. Так, международная торговля. Карточка действия семена лекарственных трав. А вещи раньше... Мебель. Давай пойдем сюда. Ого. Такое огромное древо исследования, да. Наверное, пойдем сюда, да? Так, квест завершен. Построй домов. Отлично. Сработано. Ваши люди счастливы. У них наконец-то есть дом для проживания. Обеспечение достаточного количества жилья. Очень важно. Бездомные люди могут уйти или умереть зимой. Хорошо. Постройте углежок. Углежок, углежок. А ты кто? Вот это вот, да? Купить. Отлично. Давай смотреть. Ага, то есть вы будете недовольны, да? Может, сюда тебя туда поставим, углежок? Да, давай, наверное, сюда. И можно ли мне приоритет сделать? Так, пища 0. Но по идее здесь пшеница. Здесь они для еды должны этим всем заниматься, правильно я понимаю? Так, что нужно им? Нужен, ага, улучшение. Дерево, уголь, 12% больше тепла. Каменная теплоизоляция. Как думаете, сделаем каменную теплоизоляцию? Человек не здесь, чтобы переключить приоритет здания между тремя состояниями. Хорошо, блестяще. О, есть. Так, улучшение, улучшение. Улучшить производство, улучшить. Ну, давай, наверное, тебя улучшай, да?
Есть, отлично, мы тебя улучшили. И давай, наверное, первый домик с тобой улучшим. Не знаю, правильно ли я это делаю. Ага, мне не хватает чего-то. Ладно, давай тогда вот здесь посмотрим, что здесь есть. Давай здесь тоже, наверное, да? Сейчас все деревья позабираем. Повырубываем, они здесь, думаю, нам не нужны. Все, шикарно. Улучшить камин. Ты же занимаешься, да? У тебя же есть же дерево, либо... Что ты тут делаешь? Вроде бы да. Что нужно? Улучшить ратушу. Улучшение ратуши может помочь вам разблокировать более... Больше элементов игрового процесса. Угу. Давай попробуем улучшить за 500. Ура! Травы в джунглях. Плюс 30% продуктивности ферм по выращиванию лекарственных трав. Угу. Добыча рубки дерева. Давай, наверное. Есть. Отлично. Отлично. Ваша ратуша теперь второго уровня. Рост населения. Чтобы увеличить население, стройте больше домов. Чем больше будет жилых площадей, тем больше будут у людей... Детей, хорошо, только мне нужно вот тут расширить. Да, есть, отлично. Берем домики. Мост, не, мне мост не нужен. Давай берем дом. Перевернуть и давай, наверное, сделаем с вами вот так его. Так, отлично, больше домов добавим, да? Хорошо. Теперь нужна грунтовая дорога. Вот таким вот образом мы с вами делаем. Есть. А потом пойдем, наверное, вот в эту сторону как-то что-то строить. Не знаю, конечно, что еще мы будем с вами там строить. Ну, давай сделаем вот таким вот образом. Так, прибыли странствующие торговцы. Они хотят купить любые товары. Да, давай продадим. Давай дерево продадим, наверное. 80. Торговля. Хорошо. Рост населения. 17-25. Но я пока здесь ничего не могу сделать. У меня ни камушка нету, ничего нету. Так, у нас здесь 4 карты. Грибная ферма, охотничий домик, грибная ферма. Это что такое? Воркшоп. Блин, а тут не все переведено, да? Хорошо, показать древотехнологии. Есть, мы что-то с вами изучили. Мебель. Не, давай, наверное, пойдем вот в эту сторону. Угу, торговый пост. Торговля ресурсами с мировым рынком. Будем строить торговый пост? Ага, отлично. Давай торговый пост, наверное, у нас с вами будет... возможно... Возможно, вот тут, как думаете? Сейчас. Сейчас, одну секундочку. Дорога. Дорога, да, отлично. Давай, наверное, торговый пост с вами будет у нас вот здесь находиться. Низкие запасы пищи. А что я могу поделать? Грибная ферма. Ну, давай купим грибную ферму. Не знаю, возможно, она как-то поможет нам в нашем деле. Только куда ее с вами мы установим? Сильно большая, сильно большая. Давай, наверное, вот сюда, где торговый пост будет, правильно? И здесь мы, наверное, тоже с вами сделаем вот так вот. Пусть вот так забирает все. Рубят и собирают камушки, собирают дерево. Рост населения 18-25. Угу. А нас тут кто-то живет? Жильцы 0 из 4. Не, нету. Здесь нету, да? 4 из 4, 4 из 4, 3 из 4. Блин, а жильцов пока мест у нас нету. И тут я тоже не могу ничего поделать. Может, железный рудник? Свиной ранчо, это верно. Давай, наверное, пока мы реально не будем спешить, пройдем по росту населения и посмотрим. Низкий запас пищи. Но сейчас должна быть грибная ферма у вас. И вы должны снимать ее, правильно? Так, приоритет. Отлично.
поставили приоритет. Здесь у нас торговый пост, не. Вам же всем хватает дров, правильно я понимаю, и угля? Уголь 7, 6. Ага, дерево вообще, да, у вас по нулям? Ага, дерево есть. То есть потихонечку, помаленечку вы приносите, хорошо. 18 из 25. Давай, наверное, мы еще дома построим, только я не знаю, в какую сторону развиваться. Как думаете, может сюда, в эту сторону идти? Грунтовая дорога. Давай, наверное, пойдем вот так. Вот таким вот образом пойдем с вами. И сделаем здесь жилой район. Так, вы собрали максимальное количество карт в очереди. Все эти 5 карт были призваны в одну универсальную. Свиное ранчо. Блин, ну давай свиное ранчо. Ого. Какое-то огроменное ранчо наше свиное. Может его лучше вот в эту сторону, как думаете? Давай, наверное, так и поступим. Так, что там? Древо улучшения. Показать древо улучшения. Хорошо, отлично. Улучшить, улучшить, улучшить. Семена пшеницы, семена капусты. Стоимость сейчас 4. Открывает семена капусты. Да, давай, наверное, откроем семена капусты с вами. Вы открыли, получается, семена лекарственных трав. Хорошо, карта. Мы сможем с вами что-то купить, но пока мизя этого трогать не хочу. Я хочу сначала построить здесь дорогу. Это, во-первых, для свиного ранчо нашего. Так. Делаем вот такие. Не, наверное, пока мы сделать ничего не будем. Отлично, 22 из 25 человек есть. Книга. 30% меньше затрат. Ага. Плюс 20 продуктивности. Берем плюс 20 продуктивности. Закрыть, нажимаем сюда. Карта, плюс 20 продуктивности. Вот, есть, отлично. Универсальная карта. Сельское хозяйство, промышленность, услуги и прочее. Вот это я не могу понять, что это такое, что за прочее. Так, закрыть. Угу, свиной раньше. Делаем вот тебя вот сюда. А я не могу тебя построить, потому что мы не добываем с вами что? Камень. Ага, у нас камня нету. А так вроде... Мы же вроде должны все с вами собирать, как думаете? Да, вот камушек. Ага, вы голодные. Ну, ребят, займитесь собирательством камушков и... Пища ноль. Так, лекарственные травы, хорошо, перетащите. Нет, пока мисс, мне это все не надо. Мне нужно, чтобы они начали строиться. Так, торговля. Закрыть, закрыть, закрыть. Что мы можем? Мы можем с вами торговать, да? Дерево нужно продать на 10 тысяч. Угу. Продать, минус 60, торговля. Есть, собрали сколько? 500 монеточек, хорошо. Как мне здесь поставить приоритет? Вот сюда нужно приоритет поставить. Пищи у нас вообще ноль. Вот это вот печалька. Ну ничего, я думаю, они этим займутся сейчас. Грибы они что же могут кушать, правильно я понимаю? Но, свиной раньше. И кто-то его будет строить, не будет. Если тут строительство. Давай, скорость. Ускоряемся немножечко. Надеюсь, за то время, пока мы с вами проходим обучение, на нас никто нападать не будет. Так, вот, урожай пошел. Пища. Ага, пища пошла. Хорошо. А можно ли мне... Ага, я так понимаю, мы не можем построить с вами свиную ферму из-за того, что здесь камни, да, нахуй? Показать древо технологии. Хорошо. Давай пойдем в керамику, я не знаю. А как я могу
Вы открыли, получили семена капусты. Ага, прикольно. То есть мы сможем сейчас с вами сделать поле и выращивать капусту, правильно? А давай, знаешь, как мы поступим? Давай мы, знаешь, как поступим с тобой сейчас. Дай мне сюда снести. Да, теперь берем поле. Ферма. Делаем три поля. Так, раз. Два и три. Здесь у нас с вами будет пшеница. Так, уменьшает содержание на 70%. Да, давай тебя возьмем. Здесь у нас будет капуста, а здесь у нас будет с вами лекарственные травы, правильно? И пусть они этим всем и занимаются. Так, приоритет, приоритет. Да, пусть везде будет приоритет, я не знаю. Нужен, да. А вот и ранчо. А почему так долго у нас строится ранчо? Давай делаем таким образом и, наверное, ведем вот сюда, чтобы я понимал. Все, капусту можно сажать? Ага, рост населения 26 из 50, хорошо. Древо улучшений, давай посмотрим. Семена капусты, семена... Улучшаем. Лучники, ну до лучников нам, наверное, еще далековатенько. Древо технологий. Керамика. Ага, то есть нам нужно выбрать что-то одно. Либо древо технологии, либо древо... Да? Хорошо. Будем заниматься, значит, с вами. Отлично. Будем, наверное, этим с вами заниматься. Пусть пока мисс изучает. Свиной раньше. Уменьшает сражение на 70%. Во, отлично. Сейчас они с вами построят, а мне нужно с вами заниматься, знаете, чем? Домиками. Дома. Давай, наверное, строить дома еще, чтобы к нам люди приезжали. Не знаю, есть ли тут дома второго, третьего уровня. Угу. Грантовая дорога. Ага, сразу построилась. Хорошо, отлично. Так, улучшить камин. Так, показать древо технологии. Нет, мне это не надо. Так, инвентарь, кровать, инвентарь, который можно использовать для хранения. Вот. Пойдем сюда в изучение. Давай, наверное, что-то продавать. Что у нас тут лишнего? Запасы дерева, уголь. Давай, наверное, уголь продадим. Торговля, хорошо. Нужно будет потом лесопилку поставить, чтобы она выращивала нам деревья. Вы собрали максимальное количество карт в очереди. Хорошо. Закрыть, отлично. У нас две карты с вами есть. Карьер, таверна. Офис иммигранта. Ага, то есть к нам смогут люди приезжать, правильно я понимаю? Может, купим? Офис иммигрантов, как думаете? Куда оно тут не влезет? Вот сюда давай поставим. Раз. Свиная, торговый пост. А чем они отличаются? Это, наверное, на воде, да, у нас таверна. И давай посмотрим по поводу таверны. Угу, огромная какая. Какая огромная у нас тут таверна. Блин, это то есть мы минус... Правильно я понимаю, минус один домик будет. Даже минус два. Хорошо. Пусть будет минус два домика. Ставим, значит, сюда еще одну хижину. Вот таким вот образом. Ну, по-другому тут никак. Так, отлично. И проводим это все грунтовой дорогой. Есть, отлично. Ферма. А что на ферме? Купить животных. Купить животных. Есть. Книга, свиное раньше. Ну, то есть, по идее... Ага, пища. У вас низкое количество лекарств. Лекарственные травы, если у вас закончится лекарство. И... Угу, ну,
урожай на 94%, 65%. Ну, я думаю, мы с вами как-то переживем это все, эту зиму, правильно? Я хочу посмотреть, что здесь у нас. Так. Улучшение. Мечта иммигрантов. Давай, наверное, улучшим. Что по поводу монеток? У меня 100 монеток всего. Хорошо. Нужно будет сейчас с вами продать что-то. Через 18 секунд мы сможем с вами заниматься торговлей. Давай смотри по поводу таверны. Так, ага, то есть я могу увеличивать, уменьшать. Бюджет 88. Гости 15. Вот это вот я понять не могу, если честно. Что от меня хотят? Какой бюджет? Ну пусть будет 88 бюджетов. Так, давай торговать. Давай продадим дерево. Давай продадим уголь. Торговля. Отлично. Что у нас с грибами? Улучшаем. Есть, улучшение пошло. Здесь у нас вроде строительство, уголь. Но здесь приоритет стоит, смотри. Здесь приоритет на добычу... Давай чуть-чуть скорость поменьше сделаем. Приоритет на добычу лекарств вроде стоит, правильно? Что мне нужно? Мне нужно, наверное, домик рыбака поставить. Это, во-первых, собиратель плодов. Да, давай, наверное, собиратель плодов с вами сделаем. Собиратель плодов, карьер. Добывает камень из гор. Нет, у нас пока с этим проблем нету. Так, собиратель плодов. Где ты у нас будешь стоять, зайчик? Ага, 69, 77. Количество деревьев. 71. Может, здесь его поставить, как думаете? Так, отменить все. Здесь отменим. С вами берем, делаем грунтовую дорогу. Вот в эту сторону. И ставим сюда собиратели плодов. 70-71. Вот таким вот образом, правильно? Пусть они занимаются, главное здесь потом ничего не вырубывать. Так. А здесь мы можем собирать. Так, 3 мигранта к нам еще прибыли. Отлично. Счастье от работы плюс 15 продуктивности. Меньше затрат. Уменьшает содержание. Подтвердить. Уменьшает содержание. Это не то. Угу. Давай, наверное, вот сюда. Все. Содержание животных у нас уменьшилось. А вы будете их забивать? Либо что здесь? Так, зарезать при достижении полной вместимости. Ну да. Наверное, при достижении полной вместимости. Животное 10 из 15. Ага, то есть нужно будет подождать, пока если она заберется еще 5 хрюшек, и тогда они начнут, наверное, забивать их. Здесь что у нас тут? Офис иммигрантов. Пока мне, честно, без понятия, что от нас хотят. 90 секунд. Рабочие 1 из 1. За сезон ничего. Блин, ну, нужно ждать. Нужно ждать, пока месть у нас вырастут хрюши. Я бы, наверное, конечно, еще по одну свиноферму, да, наверное, сюда поставил бы, как думаете. Есть тут? Не, к сожалению, нету. Пропустить. Ага, вот. Так, купить. Есть. Давай, наверное, еще одну ферму сюда поставим. Потому что одной, наверное, будет маловастенько. Еда. Грибы. Потребление в год 207. Ежегодно 236 производится. Ага, ну в принципе нормально. Хотя, вы видите, наши голодают. Так. Виола умер от голода. Так, люди умирают... Направо и налево, внезапно. Кто-то
Попросил нас есть трупы, чтобы выжить. Вы позволите каннибализм? Нет, конечно. Ждите, пока мисс Хрюшка наша вырастет. Что я могу сказать? Но смотри, мы производим год 315-318. Потребление пищи в год 300. У нас 20 должно еще оставаться. Ребят, ну не выдумывайте. Можно, конечно, построить еще ферму и сделать ее вот такой прям огромной. Но я думаю, есть ли в этом какой-то смысл делать ферму нам. Может, тут ее построить, ферму? Здесь все равно мы ничего не... А, мы здесь будем с вами давать камень. Ну ладно, давай, наверное, сделаем вот таким вот образом. Так, давай сюда улучшаем. Здесь у нас пусть тоже будет ферма. Пшеницу тут посадим с вами. Пусть выращивают. Так, свинки докупить, докупить я не могу. К сожалению, докупить я не могу. Из-за того, что денежек нету, торговля. Отлично. 2000 мы уже наторговали с вами. Лекарства наши не собирают? Нет, не собирают. Закрыть. Пшеница, правильно? Да, пшеница. Урожай на 72%. Хорошо, пусть они этим и занимаются, но что я могу сказать? Давайте, ребятки. Эти дома заселили? 0,4, 0,4, 3,4. То есть, вот этим что черненьким, это у нас тут людей нету. Ну, понятно, они дохнут от голода. Во, мясо пошло, зарубили. Хорошо, смотри. Крюшу зарубили, отлично. Тут как-то у них потребление в год растет. Хотя люди не прибываются, но потребление в год у них еды растет. Так, что это такое? Статическое бюро. Показывает статистику города. Бюро занятости. Разрешить управление при этом работы глобально. Нужно ли оно мне прямо сейчас? Не знаю, но... Пусть, наверное, будет. Давай бюро сюда. Делаем вот таким вот образом. Потом продлим дорогу. И еще какое-то бюро. Блин, не влазит. Давай, наверное... Не, хочу здесь грибную ферму. Могу. Грибную ферму, да. Купить. Отмена. Грибная ферма. Поставить вот сюда. Провести дорогу. И вот тут где-то можно это бюро ставить. Только зачем оно нам надо, я хер его знает. Ну, пусть, наверное, будет, правильно? Пусть, наверное, будет. Так, статистика. Статистическое бюро. Здесь у нас рабочие. Ага, непонятно, непонятно. Задать приоритет работ. Свинкам задать приоритет работ. На угольную, да? Плюс на поляну. Все, везде у нас приоритет есть. Карты. Вот это вот что такое? Тулс. Что такое тулс? Охотничий домик, охотничий домик. Давай купим, наверное, охотничий домик с вами. И пусть они с вами охотятся вот на этой делянке, да? Количество животных 11. Подходит же нам такое? Вроде бы подходит. А так 13, вот. Давай вот сюда поставим. И пусть занимаются. Что вы тут собираете? Собирают. Давай посмотрим. 543. Самое смешное, знаете что? Чем больше я строю еды, тем больше у нас потребление в год. Хотя, опять же, люди у нас вроде с вами и не растут. Население либо растут. Так, докупить животных 15 из 15. Значит, сейчас они должны будут их забивать, насколько я понял. Ух, какие хрюши, да? Сейчас бы одну хрюшу сюда и на шашлык. Было бы вообще шикарно. Не знаю. Давайте, наверное, еще домов построим. На всякий пожарный случай.
Нужно будет сейчас посмотреть, до какой степени достает у нас с вами. Ага, прямо аж до сюда. Хорошо, снести. Снести, да, отлично. Есть, это что такое? Кабанья нора. То есть это ты охотишься, да? Охотничий домик, тоже ставим приоритет. Так, улучшение, коптильная камера. Давай, все, улучшили, нормальные. Нормальные, пусть будет нормальные. 14 из 15, да, хрюшу мы забили. Вот у нас мясо. Потребности производства. Камень, что это такое? Инструменты, лекарственные травы. Ага, травы. Трав у нас мало с вами, мне нужно травы где-то посадить. А где бы их бы так посадить, чтобы они никому бы не мешали и... Они нигде никому не мешали, где я не смогу ничего построить, к примеру, больше. Давай, может, тут лекарственные травы с вами сделаем. И проведем дорогу, грунтовую дорогу вот сюда. Вот таким вот образом. Но все равно я здесь же ничего не смогу сделать, правильно ж? Ну, кроме того, как поставить этот пион, чтобы я мог добывать себе камень. Так, пропустить. Рыбная ферма, карьер. Нужны деньги. Вот это вот я не могу понять, что это такое. Нужно будет построить, посмотреть. Так, улучшение. Так, плюс добыча к дереву. Хорошо, отлично. Закрыть. Можем поторговать с вами, да? Что будем торговать? Углем. Угля у нас с вами много. Отлично. Торговля. Могу ли я тебя улучшить? Так, улучшение. Достаточно отдельник для улучшения. Ага, то есть я могу, да? Могу, но у меня, к сожалению, нету на это денежек. Ну, тогда нам придется ждать. Я, наверное, погорячился, да? Что я сюда 88 монеток поставил. Вот это единственное, я не могу понять. Это я трачу вот эти вот 80 монет... Либо наоборот, я зарабатываю эти вот 80 монет, а как думаете? Что-то мне кажется, что я их трачу больше, чем зарабатываю. Так, отлично. Пшеница, лекарственная трава. Все, вот у нас тут. Так, вы собрали максимальное количество карт в очередь. Закрыт. Хорошо. Угу. Три иммигранта хотят к нам приехать. Да, меньше затраты ресурсов. Продуктивности. Давай подтвердить продуктивность и закрыть. Карту добавим сюда. Все, продуктивность. Универсальная карта. Ты кто? Ну, давай. Эффективность, эффективность. 154, 160. Честно, без понятия, что это такое. Но если мы знали, что это такое, так мы не знаем, что это такое. Пусть будет. Что еще есть? Какая карта? Так, бесплатно прокрутить. Охотничий домик есть. Купить дерево. Купить дерево за половину. Торговый пост. Воркшоп. Ну, давай тебя купим. Не знаю, пусть ты у нас будешь здесь. Потом, если что, перенесем. Что я хотел? Я хотел посмотреть древотехнологии. Керамика, овечьи ранчо. Давай, наверное, мы с тобой пойдем в овечьи ранчо. Да, давай, наверное, пойдем с тобой в овечьи ранчо. Мост. Недостаточно, хорошо. В овечьи ранчо пойдем, и мне, как бы, я думаю, склад нужен, правильно? Насколько я понимаю, мне нужен будет склад. Так, 50 секунд, хорошо, давай минутку сейчас подождем. Посмотрим, лекарственные травы добываются. Ну, по идее, должны добываться. Ага, у нас тут и шкуры, и мясо вот лежит, смотри. Хорошо. Так, ты кто? Ты кто? Ага, лекарственные травы, то есть... Разводите
Ага, для овец, для еды. А где наши овцы? Я такие, извиняюсь, где наши овцы? То есть вы сами видели, да? Мне не хватило просто денежек на это. Так, установите цель производства 2000. Ну, это 1000 пусть будет. Так, на 30% продуктивности меньше затрат. Подтвердить, меньше затрат, значит, ты идешь вот сюда. А где наша овечья ферма? Я таки извиняюсь. Место для хранения 20 из 20 слотов занято. Мне нужен склад, да? Хорошо. Хранилище. Давай тогда делаем вот таким вот образом. Вот здесь у нас тоже будет хранилище. Я хочу посмотреть, где наши овечки. Овечья раньше не хватает. 440 монет. Хорошо. Тогда идем к торговцу. Торговля. Продаем с вами кожу. 60 продать. И быстро заходим и покупаем с вами овечью ферму. Все, отлично. Она такая же самая огромных размеров, как и... Все здесь. Хорошо. Дорога. Проводим вот сюда. И, возможно, мы с вами еще склад сможем здесь поставить, как думаете. Вот тут хранилище. Правильно? Оно что же ничем не занято? Ничем не занято. Значит, можем сделать здесь хранилище с вами. Вот таким вот образом. И будет вообще шикарно. Все. Молодцы, молодцы. Камень. У нас камня нету. Нужно добыть с вами камушек. И, наверное, поставить что-то, что будет добывать его, да? Так, у нас есть оно, либо нужно покупать его. Угу, не то. Пропустить. Торговый пост. Собиратель плодов. Торговый пост. Бесплатно. Карьер. Вот, добывает карьер. Подтвердить. Хорошо. Ты будешь добывать у нас где? Перевернуть. А где ты должен размещаться? Неужели я зря тебя купил? Так, шахта должна быть обращена к горе. Каким образом? Как-то так. Так, давай сейчас посмотрим. Вот так. Не знаю, честно, ребят. Что тут и как? Наверное, вот таким вот образом, да? Смотри. Бум. Есть. Шикарно. Проводим. Значит, мы сможем с вами еще туда построить одну шахту, насколько я понял. Тоже давай приоритет сюда. Так, что по поводу еды? Свинина, мясо дичи. Ага, ну все. 1700 есть. Потребление пищи в год 1967. Хорошо. 1700. Здесь у нас нету с вами камушка, да? Ну, я надеюсь, сейчас они добудут этот камушек, и мы сможем с вами продолжить. Так, здесь... Интересно, сколько нужно денежек, чтобы это все улучшить? Лесник. Ага, сажайте, срубайте деревья на вашей территории. Нам нужен лесник? Я думаю, нужен. Есть. Отлично. Давай, наверное, лесника мы с тобой установим вот сюда. Пусть сажает и пусть собирает, правильно? Вот на этой вот территории. Не, давай, наверное. Блин, интересно, а если я сейчас сюда лесника поставлю, он будет у нас сажать плодородные деревья, либо нет? То есть, поняли, вот у нас есть собиратель плодов.
Он у нас собирает на... Папайя, папайя... То есть какие деревья он будет у нас сажать? Сажайте... Рубайте деревья на вашей территории, сельское хозяйство. Блин, я не знаю. Давай как раз заодно и проверим. Давай, наверное, вот в эту. Да, пусть тут и будет. Лесник, будь как дома путник, я ни в чем не откажу. Так, склад хранения, склад хранения, склад хранения. Склад у нас, значит, с вами будет... давай перевернем и давай установим, наверное... Куда-то вот сюда, правильно? Так, хранит один тип ресурса, улучшите для доставки. Хорошо, давай посмотрим, склад хранения. Приоритет тоже сделаем. Посмотрим как раз, что он у нас там будет хранить. Нужно будет потом заняться какаушкой. И добычей чего? Уголь. Ага, можно угля будет добывать с вами. А не сжечь деревья. Но вроде бы пока месь. С этим все нормально. Тоже делаем приоритет. Я не знаю, будем делать везде приоритеты. Возможно, конечно, я и не прав, но... Пусть будет везде приоритет для работы, правильно? Так, что у нас по поводу домов? Угу, не везде есть, но потихонечку прибывает. Хорошо. Так, технологии, технологии. Овечья раньше есть. Стерилизация грибов. Снижает потребление дерева грибной фермы. Вот, хорошо. Исследование завершено. Шикарно. Что такое пивоварня, керамика? Давай, наверное, пока мы с ним будем идти в эту сторону. Улучшение карьеров. Технология земледелия. Продуктивности фермы. Во. Будем ферму с вами прокачивать. Давай, наверное, торговля. Кожа. Продадим кожу. Кожи у нас много. Она нам столько и не нужна, я думаю. Так, ребят, что скажете по поводу игры? Вроде игрушка прикольная, и я не совсем, конечно, еще разобрался, что здесь и как. Как мы сможем потом с вами нападать. Затраты на строительство, дерево 14.50. Ага, у меня дерева нету, да? Правильно я понимаю? Давай, наверное, вот тут вырубаем. Вот это вот дерево. Возможно, из этого мы не можем построиться. Здесь же мне дерево тоже вроде не нужно. Так, продуктивность, уменьшение содержания. Давай, наверное, уменьшение содержания угольное у нас будет. Так, я правильно понимаю, да? Да, да, у нас не хватало и просто дерева. Хорошо, так вот, о чем я, не знаю, как вам. Я думаю, можно будет записать хотя бы серий 5, если вам будет интересно. Я бы с радостью в это продолжил бы играть, и где-то у нас тут древние технологии. У нас тут и библиотека, и склад хранения, рынок, шпионская ячейка, школа. То есть нужно будет развиваться на этом маленьком островке каким-то образом таким. Не знаю, может даже потом перенести наше поселение, может, в эту сторону. Ну, то есть нужно будет строиться, возможно, мы здесь будем с вами наши дома, типа, вот таким вот образом здесь. Тем более, дальше будут школы, и, возможно, даже и дома мы сможем улучшать. И они не будут вот такие вот из говна и палок, правильно? Так что всем. Всем спасибо за просмотр, не забывайте про лайкосики, подписку, в комментарии можете написать, что вы думаете по этой игрушке, мне лично зашла. И давайте уже до следующей серии, все, всем пока-пока и до потом.